Привет всем! Сегодня я поехал в Кёльн покупать штатив для фотика и понял, что эта дата совпадает с датой выхода iPhone 6 в 10 странах, там в Германии, в Америке, в Англии. Ну, я сейчас нахожусь в Германии, в городе Кёльн. Вот, я решил прийти в Apple Store, самый популярный в Кёльне, самый крупный, и посмотреть, сколько народу придет вообще на день выхода телефона этого. И тут просто сейчас уже сотни людей стоит, еще магазин даже не открылся. И так вот уже очередь начинается, тут просто даже полиция есть. То есть это реально какое-то событие, не знаю, для города. Даже дороги где-то перекрыли. Куча security, скорая даже есть. Все, очередь начинается. Пойду. Так, очередь начинает двигать. Security, security. Каждые 10 метров security. Прикидывайте, да, какая очередь? Просто люди спали, наверное, всю ночь ради этого айфона. Просто нереальная очередь. Как она тут заворачивает. И вот, собственно, конец. Ну все, сейчас 8 утра, народ потихоньку начинает запускать. Я ждал какого-то резкого сумасшествия, думал, сейчас откроют дверь и там пару сотен людей просто бежит и разорвет Apple Store. Но нет, тут все продумано, полиция, куча security, которые очередь, там каждый где-то 30 человек делают такие как бы кордоны, так сказать. И понемногу вообще буквально по 10 человек запускают и, наверное, ждут, когда они выйдут, потом следующих будут запускать. И так будет до 10 утра, пока не откроется магазин. Я думаю, сейчас, наверное, съезжу в другой магазин или схожу похавать, а потом вернусь, когда уже после 10, и там сниму сам iPhone, собственно, вот. Сейчас уже все, открылся полностью торговый центр, и тут даже в сам уже Apple Store тоже гигантская очередь, просто люди конченые стоят. Стояли уже много часов, и сейчас еще будут стоять очень долго. Вот, причем у большинства тех, кто стоит, заметьте, что у них iPhone 5s. Вот, и они ради следующей модели уже очень долго стоят и еще долго будут стоять. Ну, а я пока пошел покупать штатив. Так, в прошлый раз я так и не дождался, пока очередь закончится, поэтому пришлось после работы еще раз заехать, чтобы уж увидеть этот телефон, еще тут народ стоял столько времени, там спали всю ночь. Ну давайте зайдем, сейчас вам все покажу. Ну я их уже потрогал, естественно. На самом деле, да, даже сейчас, чтобы посмотреть, нужно все равно немного постоять будет. Итак, ну вот белый. Кнопка включения теперь здесь. В принципе, довольно такой тоньше стал, легче чувствуется. Камера немного выпирает. Много более эргономичный. Сейчас работала сигналка там. Так. В принципе, мне нравится. Но все равно немного большевато, в руке лежит. А вот и здоровый.
Он реально гигантский, просто смотрите, он со всю ладонь. Просто его невозможно вообще держать даже в руках. Вот это поставил себя. На камеру. Просто гигантский, я не знаю, как его можно держать это в карман. Просто он даже не помещается в карман. Так, а теперь про цены. Сколько стоит этот телефон? Итак, iPhone 6 стоит, самый дешевый, 700 евро, потом 800 евро и 900 евро. А вот этот, который здоровый, 6 плюс, он стоит 800, 900 и косарь. А вот и черная вариация. Ну, черный цвет мне понравился больше всего. Реально круто смотрится. Не знаю, может быть, когда-нибудь я себе такое куплю. Но все равно считаю, самый идеальный это 5S. Но самый хожу вообще с 3GS. Вот, ну мне как-то жалко денег тратить на это. Вот, собственно, и все. Поехал покупать штатив и решил заглянуть, посмотреть ажиотаж на этот телефон. На самом деле ничего такого он себе не представляет. Вот, ну... Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на влог. Следующее видео будет про работу мою, где я расскажу, кем я работаю, сколько получаю и так далее. Вот так. Все, с вами был Дима Гордей. Пока. Решил вам еще эту парковочку показать, немецкую. 1 час стоит евро 10. Вот, это получается 70 рублей, сколько там, 60 рублей час примерно. Когда-нибудь, наверное, такие цены уже и в России будут. Ну, это очень крутой вид. Смотрите, я специально всегда паркуюсь на самый верх, если есть возможность. Ну ладно, давайте, сейчас уже точно все. Всем пока, увидимся в следующем видео.